5 продуктов для чистой и здоровой кожи. Если бы состояние нашей кожи зависело от нас, мы бы хотели иметь самую чистую, самую здоровую версию нашего лица. Надеясь достичь кожной утопии, мы ежедневно намазываем кожу увлажняющими кремами и сыворотками и взываем к богам ухода за кожей, чтобы они ответили на наши молитвы. Однако есть еще одна истина, которую мы быстро забываем. Продукты, которые мы едим, могут иметь значительное влияние на качество нашей кожи. Сделав небольшие изменения в питании, мы можем увеличить наши шансы иметь чистую, здоровую кожу. Могут ли определенные продукты помочь при заболеваниях кожи? Краткий ответ. Да, определенные продукты могут ухудшить состояние нашей кожи, а другие продукты могут помочь облегчить состояние кожи. Продукты, богатые цинком, такие как тыквенные семечки, чечевица, фасоль и кешью, также поддерживают здоровье кожи, регулируя выработку жира и уменьшая воспаление. Богатые цинком продукты могут быть особенно полезными для лечения дисбаланса гормонов, которые имеют тенденцию раздражать кожу. Цинк играет определенную роль в контроле над выработкой жира, поскольку он снижает количество мужских гормонов, андрогенов, которые могут способствовать возникновению акне и жирной кожи. С обесцвечиванием и рубцами также можно бороться с помощью продуктов, которые мы едим, особенно продуктов с высоким содержанием антиоксидантов, белка и витамина С. Такие продукты, как дикая черника, малина, капуста, шпинат, брокколи и морковь, уменьшают окислительный стресс, который связан с нарушениями пигментации кожи, такими как мелазма. Учитывая это, мы собрали 5 лучших продуктов, которые помогут вам достичь чистой кожи. 5 продуктов для чистой кожи. Жирная рыба. Жирная рыба, такая как лосось и сардины, содержит много противовоспалительных ингредиентов. Омега-3 играет важную роль в поддержании липидного барьера кожи, что может иметь решающее значение для ее увлажнения и защиты от вредного воздействия окружающей среды. Жирная рыба, независимо от того, брошена ли она в салат или запечена на медленном огне с брокколи, является отличным продуктом для поддержания чистоты кожи. Помидоры. Помидоры не только вкусные и универсальные, но и улучшают текстуру кожи. Доказано, что ликопин, содержащийся в помидорах, улучшает текстуру и качество кожи. Хотя наш организм уязвим к окислительному стрессу, также известного как дисбаланс антиоксидантов, ликопин может уменьшить физические побочные эффекты и улучшить общее состояние кожи. Грецкие орехи. Грецкие орехи богаты омега-3 жирными кислотами и цинком, которые имеют решающее значение для здоровья кожи. Омега-3 помогают поддерживать водный барьер кожи, а цинк важен для заживления кожи. Они также легко переносятся и идеально подходят для перекуса в дороге. Добавьте горсть грецких орехов к завтраку, обеду или ужину и заметьте, как со временем текстура вашей кожи станет более гладкой. Болгарский перец. В организме содержится большое количество коллагена, и в сочетании с продуктами с высоким содержанием витамина С мы можем внести свой вклад в увеличение его выработки. В одной чашке измельченного болгарского перца содержится больше витамина С, чем требуется для наших ежедневных потребностей, и на этом его преимущества не заканчиваются. Каротиноиды, содержащиеся в болгарском перце, такие как бета-каротин, также помогают защитить кожу от солнечных лучей, сохраняя ее здоровой и яркой. Семена подсолнечника. Питательные продукты не только помогают нам достичь чистой кожи, они также могут защитить нашу кожу от вредного воздействия окружающей среды. Семена подсолнечника содержат витамин Е, мощный антиоксидант, который может помочь защитить кожу от вредного воздействия окружающей среды, а также способствует заживлению и регенерации кожи. Вы можете наслаждаться этими крошечными фруктами. Да, это фрукты. Сырыми, жареными или добавлять их в свои любимые рецепты.